Первое судно по маршруту через Северный морской путь прибыло в Калининградскую область, сообщил в своем канале губернатор региона Антон Алиханов. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, Балтийск, конечная точка, Санкт-Петербург. Транспортные компании планируют постоянно использовать этот маршрут. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал, сообщил Алиханов. Границы Севморпути начинаются от Карских ворот на западе и тянутся до мыса Дежнёва на Чукотке. Они определены в Кодексе торгового мореплавания и связаны с ледовой обстановкой в этих районах. На акваторию распространяются особые правила судоходства. Ранее российские ледоколы впервые провели через Арктику судно с рекордной грузоподъемностью. Тема создания альтернативы Суэцкому каналу стала особенно актуальной после инцидента с контейнеровозом, который сел на мели и парализовал движение по важнейшей транспортной артерии. В результате возникла пробка из нескольких сотен судов. В сутки мировая экономика теряла по миллиард долларов. Северный морской путь сразу назвали резервным маршрутом. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, он развивается по количеству провозимых грузов и становится все более привлекательным с точки зрения навигационного периода. Но вот по стоимости перевозок пока дороже на